промоутер Геннадия Головкина Том Лёфлер рассказал о планах воплотить в жизнь поединок 3G с Саулем Канело Альваресом, хоть пока стороны достигли лишь устной договоренности. Вы не можете заставлять кого-либо выходить на ринг. У них были обязательства, но они освободили титул, так что теперь обязательств нет. Если все пройдет правильно для Геннадия в сентябре, то мы сможем продолжить его выстраивать и в следующем году. Это будет большим событием. Никогда не знаешь, вдруг кто-то из них проиграет. Этот бой был бы значимым в этом году, но в следующем он станет еще больше, если состоится. Если бы это зависело только от Геннадия, он бы бился с ним в мае вместо Амира Хана. Но, как я сказал, нельзя заставить людей выйти на ринг, сказал Лёфлер в интервью.